Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я Дарья Белева, расскажу, что нас ждет за окном в субботу, 4 февраля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам солнечно. Днем ожидается потепление до минус 13, а ночью стабильно минус 26. Порывы ветра до 6 метров в секунду. В южных районах ясно. Температура воздуха днем без изменений, минус 11, а ночью потеплеет до минус 21. Порывы ветра до 2 метров в секунду. Пока везде светит солнце, в Улан-Удэ пасмурно. Днем минус 11, ночью минус 20. Порывы ветра до 3 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. До скорых встреч! Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу токаря, слесаря по сборке металлоконструкций, сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды!